канатик, блядь. Что скачет? Извините. Извините. Электрик на базе. Они ой, тебя какой грустный выиграет, кот. Делали УЗИ, да? А почему у него очень сильно грустные глаза? Он как будто очень сильно недоволен всем на свете, блин, нафиг. Привет. Как и ты думаешь, можно ли пить алкоголь и работать? Ну, я же так делаю. Спасибо. Сладенький такой. Такой сладенький. Да. О, нет. Да, грустненький. Курить-то будет? Курить. Закончились. Ты как? Три палочки! Ты три палочки за все это время собрал! Я собирал костер, бабуин, мангал. Какие три палочки, как я мангал. Говорит Саня, интересно. А Диман костер разжег. Так я, посмотри. Так я начал собирать. Посмотри. Так я такой мангал собрал, бабуин. Ты час собирал? Блядь. Дно провалилось. Ну он такой тяжелый. Ты ничего не собрал, у тебя и тут разваливает. Смотри. Жарим сосоны. Димона. Прям жарим. Блядь. Надул, зачем? Боже мой. Приготовили сосиски. Нет, не буду. Два наркомана общаются по рации. Принял. Блять, разрывная нахуй, блять. Что за шутки нахуй? О, хозяева! Пристегнешься? Сейчас понажимаю тут на кнопку. Не поняла, нахуй. Это что такое? Это что? Все. Alt, tilt, norm, tilt. Are you back? I will turn the audio system on. А, окей. О, подожди, куда он ушел? Куда он ушел? Чет, ну походу все, он понял, что надо бежать с самолета. А where you go? Ёб твою мать, куда он ушел? Бля. Don't worry. Пизда. Вот. Я бы очень испугалась вот так, даже если это симулятор. Вот, под мостом. Я знаю, что ты лоб. Don't worry. 500. Тише, мать. Тише, don't worry. Тише. Ой, блядь, мост, ёпта. Тише. Смотри. И резко взлетаем. Смотри. Тише, папочка дал жизни. Резко. You see it? Я знаю, что я делаю. У AppX появился свой... Динамо. В укрепленном комментарии. Mm-hmm. Используй мой промокод TwitchFM. Здорово. Подожди, чей там фанат? Скажи, голубец! Голубец! Ржака! Рафлан Сыс! Блять, чё нахуй вот, это? Самолет чё делает? Не планирует ведь? Планирует. Лавирует? Планирует. Как будто бы тоже нет. Нет, не пикирует. А, да, парит. Вань, пошли. Ой. Что это такое вообще? 20 обратных отжиманий. Что? После еды всегда делай. Блин, отправьте мне ВКонтакте, пожалуйста. Вот так вот. Ебать, рыбка.
Анют, привет, хорошего тебе стрима. Хотел задать тебе вопрос, не подумай ничего плохого, просто интересно твое мнение. Как и ты думаешь, почему у Марка онлайн гораздо больше, чем у тебя? Потому что он завозит больше контента и ведет себя как клоун на стримах. Это его образ. И он этим берет аудиторию, такой свойчок. У меня более спокойный контент, плюс я вуман. Потому что Марк босс. Ну, типа, меня не обижают такие вопросы, спасибо. В смысле, клоун, а вы думаете, что Марк в реальной жизни себя так же ведет, как на стримах? Я не хочу вас огорчать, конечно же. Возможно, кто-то из вас думает, то, что он такой же в жизни. Да какой нахуй модестл? Кого вы нахуй сравниваете, блядь? Вы ебанутые. У меня своя аудитория, у Марка своя, у меня все хорошо. У Марка тоже все хорошо, но у него просто дела получше и все. В чем отличие, то, что вуман, ну, как будто бы у пацанов всегда онлайн больше. Ну да, это факт. Мальчики все равно больше смотрят. Типа, как будто бы ни у одной девчонки не было такого онлайна, чтобы она прям жестко переплевывала парня или какого-то другого стримера. Ну, это факт. Какое декольте, нахуй, блядь, у меня все в порядке, не надо меня это... Что за хуйню, блядь, надень декольте, тогда онлайн будет больше, чебанутые. Фу, нахуй, блядь. Чё, кто-нибудь скрин сделал? Отправьте мне, пожалуйста, ВКонтакте, а? Ладно. Клюет, тихо, клюет, опять клюет, опять клюет, тихо, опять клюет. Опять клюет, тихо, тихо, тихо. Ебать, атмосферка прикольная. Да! Опять! Упала! Привет, как дела? Папа, это Питер. Вы знаете, кто я? Это что, спойлеры? Почему все дороги ведут в никуда? Что, почему все время с дорогами связано все у него? Вдали от дома, возвращение домой, нет пути домой. Что происходит? Так. С Марком разбежались, когда успели. Ну, где-то полгодика назад. Ебать. Наш везде, наш ВЛА, сложно убить тех, кто выжил на дне. Я взрываю за всех, кого нет с нами. За-за-за, бля. Все, что нам наставит, половину закроют или завалят. Блядь. Ебать. Песня про гелик. Gangsta Paradise. Ребят, извините за личную информацию. Имба, проколотые соски, это просто имба. Они же в дырочку. Я тупо на соски повесила колготки, я не несла. Да, это ужасно, я знаю. Ой. Ну это так удобно. Ну типа женский киберспорт априори не так развит изначально и не развивался. Я думаю, что все впереди. Дальше взять, если чисто псих... Ой, блядь. Все, короче. Идите нахуй! Подрезали тело. Гуся ну, надо, ясен хуй. Вы что, ебанулись? Беру. Ты гуся берешь? Да. Можно гуся? Спасибо. Я взял. Гусь мой. Оплати, пожалуйста. Уйди нахуй. В смысле, зачем, блядь? Вот ты посмотри на него и назови мне хотя бы одну причину, по которой его не брать. Все, иди ты, блядь. Разве ты... Подожди, вот смотри, ты... Можно гуся подержу? Нет, он не хочет. Он шипит. Да нахуй ты чё, блядь, живодёр ебучий, блядь. Па-па-па! Сука, блядь. Минус репа, дайте, Лёхе. Па-па-па! Блядь. Я зафиксировал. Не было, не было. Я брал, а если сотка и гусь? Ебать, это че? Нет, гуся не дам. Нет, если голову от гуся. Не, подстав, не, ну если так, без шуток. Гусь 35. Не, гуся. А что это, блядь, за колеса огромные? Гуся не дам. Гуся не дам. Гусь 35. Ни за какие деньги гуся не дам. Так мы и не отдадим. Мне звонили киношники, гуся просили. Нельзя гуся отдать. Хотел забрать гуся. И в рот его выебать еще. А гусь... Я поела сосиску с макаронами, у меня почему-то животик болит, чат. А почему это может быть? Нечем. Уже многие друзья. Твоего гуся в рот выебать хотел.
Переводчик, блин. Снято! Нахуй, гусь! Последний съемочный день, закончен. Пизда. Ой. Бля, тут чел, тут аккуратнее. Бля. Я помню, мы с Марком играли в эту хуйню. Беги, вот она, вот здесь. Ой, погоди, я тут задержусь. Блядь. What the fuck? И все будет. Смотри, чел стоит нормальный. Ты уверен, что он нормальный? Бля! Во что играли, она вышла вчера. Чел. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. И что? Если что, мы в нее играли очень давно, потому что нам дали демку. Мы ее скачали. Играли вдвоем. Зали ебало, нахуй, умник. Ебал. Ты чего, мужик? Ты чего? Сука, блядь. Блять, я тебе сейчас... Суки, тупые, нахуй. Хуя мне въебал сразу. Понял, ой, умник. Блять, Вова! Диман, я багажник! Ну, Вова! Ну, ты охуел! Go to jail. Yeah, go to jail. Oh, fuck! Oh, motherfucker! Help me, please! Блять! Мне въебало, пипец, блядь! Блядь, лежит. Диман, извини! Да я не могу, да Боба! Открываю. Открываю пивко! Ну или пивко тоже пойдет, конечно. Ебать там чудиков. Ой. О, мама! Бля, ты сука ты! Вова, ну где ты? Да, блядь, красава. Боже мой. Извини, мужик, ничего личного. Ты еблан! Да не надо ломать дверь! Спасибо за спойлеры, сори. Да блядь! Сука! Блядь, какие же... Ой, блядь. Сука. Тут занято, уйди нахуй. Да Вова! Ебать, у меня бы было столько вопросов. Что она делает с дедом, блядь? Так. Как они связаны, блядь, вообще? Почему у него рубашка сильно заправлена, так высоко поднята? Сильно заправлена. Это штаны, ебаный рот, дед. Опусти чуть, блядь, пониже. Хотя нет, дед. Знаешь что, я с тобой. Ого. Вот так вот. Ой-ой-ой. Ля, ворота в рай, видели? Нет. Привет. Рай не мала. Выходит мужик на балкон. Все, иди нахуй сразу. Виктория. Осуждаю и не одобряю. И заходит обратно нахуй. Это твой отчим. Берет тебя за говно и отправляет в детдом нахуй. Ого. Сын Ширинки. Без негатива. За что? Так. Сампл вижу. Тарик, ебать у него... Ебать прикольно! Смотрите! Блядь. Ебать вылезла нахуй. Съеби, не мешай, там Мактен. Ладно, поехали. Готовы нахуй к легендарной хуйне? Ой, там что-то Ваня ножи выбил. Мы на легендарном стриме, где падает бабочка фулл зеленый сет-трек прямо с завода. Это примерно, блядь, $1020. Угу. Если не больше, нахуй. Всем здорово. На, блядь, просто петух с какой-то красной вмятиной, блядь. Кто? Петух. И сегодня что? Давай, если падает нож, мы тебя бреем на лосо, Серег. Ой. Я же говорю, ты забрить. Слышишь? Хуёвый? Нет, ну у него фаза самая хуёвая, но в принципе нормальный нож. Бля, ну почему не... Сколько он стоит? Фулл зелёный, сука! Вообще ебанат, фулл зелёный 1.5 миллиона стоит. Так мне вот это и нужно, блять, это копьё нахуй! Нет вообще, ещё одного. Наша. Пожалуйста! Ебать! Бля, это вообще ненормально нахуй. Let's go! А этот сколько стоит? Тот 120-140, в среднем столько, а этот? Йоу! Let's go!
Покажи еще раз. Я пошел играть доту, блядь. Пошел, ой! Очкошко, блядь. Бля. А этот один подзатыльник стоит. А чё, всё? А как будто очень быстро...